Доброе утро! Кто уже проснулся и включил программу «Утро с мамой» в Гилевской роще вместе с мамой уже Татьяна Фридрих, Андрей Сапегин. И решить мы это утро, именно 11 июня, решили нетрадиционным способом, а именно с велопоездки, потому что этому есть разумное объяснение. Да, завтра, 12 июня, День России. Нас в эфире не будет, однако мы решили уже сегодня начать утро на велосипедах, потому что завтра состоится велопарад, который в этом году совместили с велофестивалем. Он будет на протяжении всего дня, старт будет в 10 утра, с 9 до 10 будет регистрация на центральной площади. Где у нас стартует велопарад? Стартует он от здания правительства, да. А завершится уже в парке Затемненском. Там будет масса мероприятий на любой вкус и цвет. Да, поэтому присоединяйтесь легко, если у вас есть велосипед, любой абсолютно, приезжайте, езжайте, занимайтесь спортом, потому что велосипед это просто прекрасно. Когда мы последний раз садились на велосипед? Ну когда? Да не знаю, лет так 4 назад. Лет так 4 назад. Не только профессиональный велосипедист, у нас еще и все хорошо с русским языком. Да.